Глядя на эти лирические картины, сложно поверить, что их автор — известный карикатурист, чьи работы когда-то украшали страницы газеты «Правда» и журнала «Крокодил». Из мира сатиры в мир живописи Борис Сергеевич Воробьев перешел, когда ему было 70 с небольшим. И вот уже 10 лет он создает произведения искусства, не имея профильного образования. Откровенно рассказывает в живописных работах о какой-то жизни, показывает нам какие-то уголки природы. Очень интересный у него натюрморты, очень интересный вообще подход к живописи. Она кажется немножечко вроде примитивной, но все работы с юмором и с некой такой своей философией. Поэтому каждую работу очень приятно смотреть. Каждая картина, она отвечает его внутреннему состоянию. Это чувствуется, и хочется смотреть эти картины один раз, второй раз. Вот они как-то входят в твою душу. Всего на выставке представлено 50 работ мастера. Все сюжеты Борис Сергеевич воссоздает по памяти. Цветы, букеты очень интересные. Они тоже у меня не с натуры. Я с натуры ни разу в жизни не рисовал. То есть это ваши придуманные, да, букеты? Придуманные, да, да. И поэтому я порой даже названия не знаю тех цветов, которые я изобразил. Выставка под названием «Лебединая песня» продлится до 5 октября. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов для программы «Городские вести».